турнире принимают участие более 60 спортсменов из Москвы, Сургута, Нижнего Новгорода, Красноярска, Апшеронска. В большинстве, конечно, спортсмены из Сочи. Возрастная категория 9-10 лет. Некоторые теннисисты впервые участвуют в таком соревновании. Сетка на 32, 4 игры надо выиграть, чтобы войти в финал и выиграть. Здесь разыгрываются все призовые места. Первое, второе, третье место. Парного разряда, смешанного разряда в этом турнире не предусмотрено. Организаторы турнира – воспитанники прославленного тренера. Леонид Модельян – первый тренер, который прославил Сочи своим учеником Александром Зверевым. В целом за свою жизнь Модельян вырастил более 30 кандидатов в мастера спорта.